Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Продолжаю показывать вам разновидности острого перца, который я выращиваю. Вот перед этим я вам показывала циклон. Сейчас вот это перец бараний рог. Я извиняюсь сразу, потому что я его в каталоге написала как рог буйвола, но я уже исправила. Вот это бараний рог. Он назван так, потому что он, видите, как он такой изогнутой формы. Все почти они загнуты в виде рожка. Рог. Сейчас я прочитаю вам. К сожалению, у меня красочной упаковочки нет. Я покупала вот из такого. Выращиваю уже несколько лет. Его садила. Он хороший, неприхотливый. Вызревает. У нас тоже без проблем в Сибири. Также можно сорвать вот эти вот стручки и повешать на хранение. Можно потом перемолоть, хоть куда использовать. Сейчас в осенние заготовки. Это среднеспелый сорт. Куст высотой 50-60 сантиметров, плоды красные, узкоконусовидные, длиной 20-35 сантиметров, слабо морщинистые, скрученные по спирали, обладает пикантным острым вкусом и сильным ароматом, используется в свежем, сушеном виде, для настоек, приправ, для, ну, короче, для всего. Вот что о нем сказать. Если тот были стручки конусовидные и ровные, то этот более еще декоративный. Он, видите, как гнется по спирали, гнется сам, никто его тут не загибает. Тоже невысокий, видите, какой куст. Невысокий, компактный, 50 сантиметров, но он вот такой кустистый, много-много стручков. И сейчас они все покраснеют, все поспеют, будет очень красиво. Можно собирать их даже вот в таком в буром состоянии. Они потом дойдут дома. Но лучше всего я, конечно, жду всегда, чтобы он покраснел до конца. Вот так, чтобы был темно-темно-красный. Тогда у него жизнеспособные вызревшие семена. Для меня это очень важно. А если просто употреблять для приправ, можно и в зеленом виде. Все, до свидания. Это был краткий обзор сорта бараний рог. Сорта перца. Это острый перец. Вот так он выглядит.